Трамвай номер 4, который ездит по маршруту ВМЗ «Красный камень-Быково», возобновит свою работу 16 ноября. Ориентировочное время начала движения вагона – 10 часов утра. Напомним, на улицах Космонавтов Быково дорожники проводили капитальный ремонт как самой дороги, так и путей. Маршрут номер 2, курсировавший от Островского на Тагилстрой, временно замещавший четверку, закроют. Последних пассажиров двойка отвезет в утренние часы пик в пятницу. После этого на рельсы вернется трамвай номер 4.